Здравствуйте, мужи и братья. Меня зовут Вячеслав Семенов, я православный мирянин. Сегодня мы начнем цикл роликов, посвященный вопросам и ответам на всевозможные темы. Конечно, в основном все темы духовные. Вопросы мы взяли из книги Открытым оком Игнатия Лапкина. Но тогда начнем. Сегодня тема Будущий мир и грядущий суд начнем. Первый вопрос. Что можно и что нельзя читать в книге «Россия перед вторым пришествием»? Вот я лично эту книгу не читал, поэтому ничего здесь пояснить не могу. Ответ Игнатия Лавкина. Ответ. Эта книга постоянно пополняется, и теперь уже в нескольких томах. Стараются, братья, чтобы народ Божий был не во тьме. Они в нее выключают все, что слышали, даже краем уха или во сне. Это как у историка Евсевия. Среди нескольких зерен мякина и мусора. Читать можно все для ознакомления, но верить всему нельзя. Это как газета «Русь православная» Константина Душенова. Знакомиться с полярными точками зрения – это и хорошо, и в то же время опасно. Народ слаб и необразован, и невежественен. От всей ядости наступает атрофия чувств. Дух же святой учит иначе. И мы это читаем в 1 Петра 2,2. 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Чистое словесное молоко – это Слово Божье. Постранично я не могу сейчас сказать, сами все сравните с Библией. Это вот касается этой книги «Россия перед вторым пришествием». Книгу эту можно оставить на своей полке, я ей уже пользовался, я ей пользовался при сборе некоторых материалов. Вот такой ответ Игнатия Лапкина. Ну, то есть, можно пояснить, что Конечно, эту книгу читать можно и можно держать, но только с определенной целью. То есть для ознакомления. Но, ну, конечно, тот, кто слаб и необразован, и тот, кто не имеет веры крепкой, знания Слова Божия, конечно, такому человеку, как он написал, может быть и опасно. Следующий вопрос, начнем. Вот интересный вопрос, кстати говоря очень многих беспокоит, я слышал, задают священникам его. Все наши тайные грехи станут явными для всех на страшном суде. А грехи, которые были до крещения или исповеданы перед Богом, тоже всем откроются? Ну вот меня лично тоже интересует этот вопрос. Потому что, ну, как он, для меня непонятно. То есть, и так, и так написано. Вот что отвечает Игнатий Лапкин, о чем говорит Библия. Исайя 43, 25. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. То есть Господь говорит. Бог обещал все наши грехи бросить за себя. Исайя 38, 17. Вот, во благо мне были сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Все, что было до крещения, прощено. Это уже говорит Игнатий Бланкин. И Бог этого уже не ставит вину, но Писание говорит, 2 Коринфян 5.10 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот что из этого получается? Как бы такая картина, что перед всей вселенной все наши дела, прощенные до крещения и на исповеди, снова будут явлены, но под другим углом зрения будут они видимы. И за каждый грех возмездие смерть. Это мы читаем в Римлянам 6.23. И за каждый грех Христос умер. Евреям 9.22. Да и все почти по закону, очищ... все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Поэтому вся вселенная и эта посольство должна будет видеть величие заслуг Христа. За какие грехи он умер? Кому и что простил? неисповедные грехи будут от, отомщены. Сказано, идите от меня, проклятый, в огонь вечный. А грехи прощенные, я от величия победы спасителя его милости, его любви. Когда человек, человек, амнистирует, то читается его дело. И что все это ему прощается? Следующий вопрос. Что значит истина покаяться в грехах? Ну, то есть покаяться по-настоящему так покаяться, что больше никогда не возвращаться к этим грехам? Отвечает Игнатий Лапкин. Думаю, что этот удар, что этот вопрос есть еще один удар против тайны исповеди, которые превратили просто в перечисление некоторых своих грехов перед батюшкой. На каждой исповеди втекаются, как правило, в грехах языка, злословия, осуждения. Если бы, это, если бы в этом каялись перед всем собранием верных и не просто говорили, как на тайной исповеди, прости меня, святой отче, помолись мне грешного, но обращались, как все общине, с просьбой напоминать ему о его злоязычии и удержать его или даже ударить, когда он начинает кого-либо -то судить, тогда полады покаяния явились бы немедленно, ибо все мы в ответе друг за друга. Да. Мы же пошли совершенно другим путем. Как только зашли на исповедь, так захлопнулись на три, дверь, захлопнулись на три двери от всех, и мало того, священник все время на этой исповеди балансирует на грани лишения сана за открытие тайны исповеди. Некоторые этим злоупотребляют и шантажируют священников, особенно за блудный свой грех. Ну, как вот, я тут не понимаю, как нас шантажируют? То есть, я священнику ты сказал про свой грех, и потом говоришь, что я расскажу, что ты другим рассказал? Это что ли имеется в виду? Что это за тайна исповедь? Что Считаю, что тайная тайна исповедь должна быть только в одном случае – в измене субружеской верности, то есть в прелюбодеянии, но не в блуде, не женатом, и только по причине того, чтобы не узнал муж и не поразил ее. То есть тайная исповедь суживается еще более, до измены именно женщины при ревнивом муже. Покаяться – значит возненавидеть грех, возненавидеть его и не повторять. Мужи веры советуют переменить место жительства, дабы не встречаться с объектом греха. Об этом подробно написано в книге к истинному православию. Ну, вот такой ответ. Следующий вопрос. События, откровения будут происходить в точной последовательности, как записано в книге. Или то, что стоит в конце книги, может исполниться раньше написано в последних главах. Ну, то есть последовательность какая будет? Апокалипс предсказывает только будущее или еще толкует прошлое. Или разнесняет настоящее? Поясните, пожалуйста. Отвечает Игнатий Лапкин. Ни о какой последовательности Иван Богослов не ведет речи вообще. Иногда он просто берет общий расклад событий и тут же переходит к детальному рассмотрению событий. И указав на события уже после суда Божия, снова касается апостольских времен. Да и вся Библия написана так, что где бы ты ее ни открыл, ты найдешь там предупреждение, утешение, угрозу и сравнение с прошлыми событиями. Пророк – это не только тот, кто предсказывает грядущее, но и тот, кто знает прошедшее и видит сокровенное в настоящем, и на Земле, и в космосе. Очень сильно это отражено в стихотворении «Пророк Пушкина». Прочтите его построчно и найдите параллельные места в Библии. Мне кажется, что это самое лучшее, что вышло из его пера. А как много он написал ненужного, легкомысленного, пустого, сплошное ветрогонство. И потом уже о нем раздули кадила советские люди. Ну да. Ну да, ну думаю, здесь ответ понятен. О последности речи никакой нету. И пророк, конечно, это не тот, кто говорит будущее, но тот, кто и разъясняет настоящее и прошлое. Вот интересный такой вопрос. Спасутся ли после страшного суда люди, погибшие по вине священников? В частности, из-за неправильного крещения. Еще от себя добавлю да, неправильное причастие, исповеди и вообще таинство искаженного. Спасутся они, отвечает Игнатий Лапов. Много раз повторяю, что о спасении решает только Бог и никто другой. Мы же всего лишь можем смотреть Слово Божие и определяясь, направлены ли мы пути, чтобы не было у нас ложного надеяния свалить на кого-то вину. Матфея 15.14 Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Римлянам 4.12 Итак, каждый из нас за себя отдаст отчет, отчет Богу. Синтанты, как правило, проповедуют о том, что будет еще несколько пришествий Христа: сначала за Церковь, а потом через тысячу лет для страшного суда. И вот они, вот этот стих говорят: Евреям 9:28. Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Ну и то есть они Похоже, толкует его, что вот он раз, он второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающего спасения, что он якобы явится только за церковью, из, изымет, и будет царство Христа якобы начнется. Это, конечно, ошибочно. Так как в Библии есть только слова во второй раз, но нигде нет третий раз. Вот интересный вопрос и такой очень большой ответ. Вот людям, возможно, людям будет интересно это. Сегодня многие пишут среди православных, что принятие ИНН – это чуть ли не знак антихриста, знак три шестерки. А иерархи православной церкви утверждают, что это не печать антихриста, и цифры там три шестерки нет. А как в действительности обстоит дело? Ну вот интересно. Но вот понятное дело, что это не печать антихриста, потому что антихриста еще нет. Я тут от себя добавлю к вопросу. Но три шестерки – это есть там в ИНН или нет? И вот ответ Игнатия Ламкина. Нужно всегда искать ответ Библии и познать истину на земле. В данном случае, кроме Библии, необходимо точнее разобраться, для чего же нужен ННН. Данная публикация разглашаясь по всей России и дает надежду, что еще какое-то время можно устоять всем против ННН. Но чуть позднее льготы на неприятие ННН отпадут и начнется выявление сильных. И вот статья «Суть против Антихриста». На судебном заседании было установлено, что в ННН содержится число дьявола три шестерки. Федеральный суд впервые официально признал, что стрих-код каждого идентификационного номера налогоплательщика, то есть ННН, содержит три шестерки. Знак, знак, который по Библии является печатью Антихриста. Процесс, состоящий в городе Приозерске Ленинградской области, стал сенсацией. Верующие назвали судом против дьявола. Они молились, чтобы Господь помог восторжествовать правде и 13 христиан, подавших иски против Министерства по налогам и сборам, выиграли суд. Судья Виктор Шелудяков вынес решение, в котором признал право православных граждан стоять на налоговом учете без ННН по религиозным мотивам. В ходе процесса в Приозерске выяснились скандальные факты. Оказалось, что должностные лица Министерства по налоговым и сборам уже 4 года обманывают иерархов РПЦ, утверждая, что в ННН нет трех шестерок что ЧНН не подменяет имя человека. Назначенная судом экспертиза научная доказала, и ННН полностью ответствует описанию данному Иоанну Богослову в Апокалипсисе. Откровение 13 глава, 16 по 18 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их, или начало их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сощи число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Судья. Председатель городского суда, 50-летний Виктор Шелдяков, выглядит крайне усталым. В прошлом полярный летчик. Он сравнит этот процесс с долгим полетом в тумане. К, истинному, к истине суду пришлось пробиваться целый год. И сам простым жителям Приозерска, людям без чинов, денег и связей противостояла целая система. Мощные ведомства, формирующие бюджет государства, министерство по налогам и сборам. Структура, которая стремится контролировать все и вся. Но в Приозерске налоговая коса, коса нашла на камень. Впервые в России, по сути, подписан смертный приговор н.н. Судья Шелдяков обязал налоговиков признать выданные ответчикам ННН недействительными. Вот судья что говорит? Я судил по закону и по совести, исходя из приоритета конституционных прав граждан, а не подзаконных актов. Судья подошел к делу профессионально. Он послал запрос в Министерство по налоговым сборам и затрел документацию по ННН. Представьте, что почувствовали столичные налоговые чиновники. Провинциальный судья из какого-то заштатного приозерска посмел сунуть в нос в самый сокровенный дечащие их ведомства. И не просто в справку об ННС, и не просто в справку об ННН, но на основании которой принимал свое решение о благожелательном отношении РПЦ к этому налоговому новшеству Священный Синод. Судья Шелдяков потребовал те технологическую документацию по ННН, всю. Он воспользовался своим законным правом. Все судьи, независимо от места, где они работают, в Москве, в Петербурге, при или любой точке России имеют федеральный статус и равные права, в том числе право запрашивать нужные документы по исследованному делу в любых ведомствах. Папка из Министерства по налогам и сборам пришла в Приозерск только прошлой осенью. С номерным грифом под фирменной обложкой, 400 листов, на которых детально описана технология применения НН. Судья Шелудяков назначил экспертизу, поставив 11 вопросов и получил ответы, которые стали сенсацией. Эксперт говорит, в качестве спеца был приглашен заведующий лабораторией центра информационных технологий при Государственном институте точной механики и оптики Алексей Платов, кандидат технических наук, признанный специалист в области. Он изучил документацию ПНН и схватился за голову. И вот что он говорит: представители министерства, по и сбором целенаправленно дезинформировали свечишев патриарха, о том, что в ННН нет числа три шестерки. В используемой налоговиками системы кодировки этот идентификационный номер, записан в виде штрих-кода, содержит ключевую последовательность из трех шестерок. Без этих трех шестерочных штрихов, которые разделяют группы знаков в виде черных линий и пробелов, информация просто не читается. И откуда взялась эта в России система? Разработали стандарт IAH в Америке, в середине 90-х приняли его и в России. Были и другие варианты. Две но наши почему-то чиновники выбрали именно этот. В избежание обвинений и предвзятости приводим его полностью. Краткие результаты экспертизы по иску о признании права стоять на учете налоговым налоговом органе без использования. НЛМ. Вопрос. Возможен ли учет налогоплательщиков без использования ННН? Ответ. Учет налогоплательщиков без использования ННН возможен. Вопрос. Предусмотрен ли в системе стандартный свидетельства? бланк свидетельства о постановке на учет, не содержащий НН? Ответ. Не содержащего НН стандартного бланка свидетельства о постановке на учет налогом органе, равные свидетельства об учете налогом органа, не предусмотрено. Вопрос третий. Возможно ли удаление присвоенного ранее НН стандартными методами? Ответ. Удаление стандартными методами присвоенного ранее НН невозможно. Вопрос четыре. ИНН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России? Ответ. ИНН присваивается всем гражданам России и не только налогоплательщикам. Вопрос 5. Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета персональные данные человека, включая фамилии, и имя, отчество? Ответ. ИНН может заменить все персональные данные человека. Ответ может сформулировать по-другому. ИНН для системы является именем человека. Вопрос номер 6. Для чего предназначен ИНН в системе учета? Ответ. Назначение НН Безошибочное определение системы конкретного налогоплательщика. Вопрос номер 7. Проведите анализ бланков декларации о доходах с 1997 по 2001 на предмет автоматической ввода информации автоматической идентификации. Ответ. На бланк декларации за 1997 год в нижнем правом углу расположен штрих-код в системе B N13. два Бланки декларации из за и за 2001 предназначены для автоматического ввода данных. 3. Для действительно надежного автоматического ввода данных идентификационные номера должны быть выполнены в виде штрих-кода. Вопрос 8. Соответствует ли ИНН требованиям стандарта автоматической идентификации и Ответ. ИНН полностью соответствует требованиям стандарта автоматической идентификации и H. для ли ИНН идентификационному номеру в стандарте EH? Ответ. Невозможно отрицать тождественность и идентификационного номера в стандарте IH. Вопрос 10. Содержит ли штриховой код IH сочетание три шестерки? Ответ. Идентификационный номер, записанный в системе EH УПК в виде штрих-кода, содержит ключевую последовательность из трех шестерок. Вопрос 11. Какие способы записали идентификационного номера предусматривает система EH. Записи. Какие способы записи? Ответ. По стандартам EH идентификационный номер, помимо штрихового, текстового и электронных способов записи, предполагает радиочастотный вариант, отличающийся тем, что номер можно нанести на руку и на лоб человеку. Общий вывод по результатам экспертизы. ИНН в системе учета является именем человека, данной ему системы Представляет собой число, которая может нанесена на лоб и правую руку человека, имеет штриховую форму начертания, при считывании которой использует ключевая последовательность 666. Эксперт, кандидат технических наук, заведующий лаборатории, лаборатории ГИТМО Платов. Суд. исследовав все документы, делая и ознакомившись, ознакомившись с результатами экспертизы, заслушав мнение сторон, федеральный судья Виктор Шелудяков принял решение признать правообратившийся с иском граждан состоять на учете в органах налоговой инспекции без ННН. Более того, именем Российской Федерации суд обязал налоговую инспекцию признать недействительным ННН тех истцов, которые ранее получили ННН налогоплательщика, и обезличить выданным ННН. Да, интересно. Вот такое было решение суда. По поводу истцов. Вначале их было 16, трое впоследствии забрали свои иски. Почему? Понятный из рассказа Людмилы Маркеловой, одной из 13 истцов. 12 женщин, а новых мужчин, прошедший суд до конца. Суд. ИНН, заставил получить, ИНН заставили получить на работе. Сказали, что без него уволят. Потом поняла, что кроется за этим номером. это отречение от своего имени, от ангела-хранителя от Христа. Не хочу идти за Иудой. Вот она пишет. Людмиле Николаевна 47 лет, работает продавцом и двух дочерей и сына. Как и другие 12 цистов, она прихожанка церкви всех святых Произерского подворья в Аламском монастыре. Когда выиграли суд, то плакали от радости, рассказывает Людмила. Правда на нашей стране. Отец Виктор, священник церкви всех святых, радуется выигранным суд, судя делу вместе со своими прихожанами. Мы все молились, говорит он, чтобы Господь разумил судей. Принесли в храм копию Оренбургской иконы Спасителя той, что кровоточит. Она а за последний год вся залилась кровью. Неспроста все это. Конечно, мы рады, что победил суд. Это важно не только для нас, но и для всех людей. Верю, что вся Россия пойдет за нами, говорит Людмила. Молитву Господа начнем со слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестимся мы во имя Господа. А в НН вместо данного, вместо прикрещения имени, каждый у нас присваивается код, в котором есть число зверя. Три шестерки. Мы хотим, чтобы Россия шла за Господом, а не за Антихристом.